Привет, Толяныч, рад тебя видеть, дорогой. Ты вроде как похудел. Здравствуйте. Нет, я бы не сказал. Да. Стареем. Но если ты не похудел, значит, ты хорошо кушаешь. А если ты хорошо кушаешь, да еще и в шапке, это вообще замечательно. Как тебе прошедший уикенд? Я бы сказал, замечательный. Просто замечательный. Самый офигезный поединок. Самый офигезный. Вот этот, который был в Англии, этот Крис Билли, Вильям Смит который... и Исаак Чемберлен. Да, Чемберлен. А Мне чем он самым тебе большим он понравился? понравился. По-моему, ну жопошный поединок полностью. Мне просто там много было маха, чем мне такие нравятся. Мне понравилось, как бы поэтому. Я просто еще одно хочу сказать, что в этом весе я давно не видел вот таких именно поединков. Потому что в 90 килограмм у нас нет таких поединков давно. И Слушай, этим мне он не объясни понравился. мне, пожалуйста, вот ты говоришь там хороший махач, но ведь между нами девочками, да, если разобраться, скажем так, в этих вот всех махачах, да, то Крис Белям Смит очень неплохо как бы начинал атаку, увязал на ближней дистанции, получал от Чемберлена. Чемберлен при этом не продолжал атаки, только там вот в нескольких эпизодах. Ну, то есть это, по-моему, в общем, как бы был, ну, самый глупый поединок, где оба боксера просто вот они не знали, как правильно боксировать, поэтому решили, да ну, я не знаю, что в этой ситуации делать, буду махать руками, мне Толику понравится, это главное. Наверное, так они подумали. Не, мне понравился этот поединок. Вообще все были классные. Вот мне все понравились. Они с одной стороны, другие с другой стороны. Вот этот проспект, этот, который брат этого... Хосе Бенавидес. Не, не Бенавидес, А, этот... Гэри Антуан Рассел. Да, Рассел, да. Тоже классный. Потому что вот уже после боя с Постолом я вообще считаю, что он один на ведущих местах, как аспект. Его хорошо ведут. То есть и очень такой классный, качественный боксер. Тоже очень интересный был поединок. Ну, в Просто этом бою против... соперник Да, такой. почему соперник был 37-летний Бартоломи, блядь, Ранцез, блядь, он вообще красавчик. Вот это, что Ну да, называется, но мне... просто это возраст, просто поэтому, как бы, я думаю, так кубинец он, как я Да, знаю, этот кубин. Бартоломей, да, кубинец. Ну, у него, видите, школа хорошая, все, но здесь уже возраст, и уже шансов у него не было. Да нет, мне кажется, Антуан он делал все правильно. Прямо вот бой прямо двух красивых имен. Антуан против Бартоломея. Прямо как испанская какая-то корида. Да нет, ну слушай, я не знаю, мне бой как бы понравился, то, что там происходило, поскольку, в общем, я этот бой характеризовал как бой, в котором проспект впервые обосрался в настоящих мужских руках. Но он Поскольку... все-таки выиграл, допустим. Не, ну слушай, ну выиграл там, знаешь, рефери остановил поединок абсолютно непонятной для меня ситуации. Я понимаю, если бы Бартоломи поднялся, его шатало, помнишь, как шатало Дзабу Джуду там, Да, вот, да. либо там, ну, того же самого Бронера, блядь, шатало, блядь, когда он смотрел, блядь, офигевшими глазами, либо как Мэнни Пакьяо в поединке против Маркеса там упал и вообще не подавал признаков жизни, блядь, понимаешь? А здесь он поднялся, в общем, адекватно, там, подними руки, он Бой на поднял. HBO. Юрий, бой на HBO, там на HBO Нет, бой был всегда на Showtime. американский. HBO уже, блядь, добрых, блядь, 8 лет не показывает поединки. Ну, Showtime. это вот Showtime, да, да, шоу, не, я путаю, это Showtime. Там постоянно они поддерживают этих афроамериканцев, там всегда, когда нужно их выигрывать очень уверенно или досрочно. И поэтому Антуану Расселу дали так, сделали, чтобы он остановил боль. Там можно было остановить, а можно было и не остановить. Там, если так посудить, Я считаю, логически что так надо было посудить, продолжать. в других местах могли оставить, а в других могли также остановить. Здесь на выбор, мы же, знаете как, в ринге одно видно, на экране другое, как бы... Вот даже Так. Качественную отмазку ты только что слепил, блин. Прямо как Жильберто Мендосов. Ну, так, не поспоришь. Он у меня советуется, он мне звонит и спрашивает, как мне сделать, что сделать, проблемы. О, у нас Толяныч, у нас Толяныч, у нас Анатолий.
Анатолий Батькович сейчас нас осчастливит своим появлением. Войди к нам, дорогой мой, раздели нам хлеб бокса и спей с нами вино пота боксерского. Здравствуйте, здравствуйте. Привет, Анатолий. Я, знаешь, здравствуйте, тезка, привет, Юрий, здравствуйте. Я уже, знаешь, когда там время там было там 21:03, я, как говорит Миша, начал попердывать и попискивать. Думаю, блин, что одному, блядь? Ну, слава богу, в общем, появился Толяныч, теперь ты. Поэтому сейчас буду издеваться над тобой. По твоему мнению, самый офигительный вечер бокса. Вечер бокса. Ой-ой-ой, ну, поединок. Из тех, что мне удалось посмотреть, Гарсия Бенавидес, наверное, все-таки самый интересный. Что ты еще посмотрел? Ковнацкий и Рассела, точно видел. Деревянченко много читал, но есть что сказать, скажу свое мнение. И Смита не смотрел вообще. Смита не смотрел вообще. Жалко, нельзя. Ну, не успел. Я просто не успел, честно. Я даже хотел, но не успел. Не смогла я. Ну, Смит сам был, мне понравился, а ты не смотрел. Посмотри потом. Тезка, ты тогда перекроешь этот вопрос. Да мы уже, собственно говоря, поговорили по этому поводу. Я считаю, что это бессмысленное махание руками. Хорошо, возвращаясь к Смиту, поединку, который тебе понравился, потому что там ну очень много махали руками, ну очень много, и тебе это нравится. Вот скажи мне, пожалуйста, а какое будущее ты видишь у победителя, у этого Криса Белям Смита, которого ты сам называл ласково Беляш? Да, сейчас я могу, знаете, что сказать, что сейчас я как смотрю, он первый номер по WBO, да? Ну да. Он может выйти сейчас на Околи. Легко может выйти на Околи сейчас. Я так думаю, с Околи может сделать, и будет интересный поединок с Околи. Да, он ну, я не знаю, Смита сильно. Я прошу прощения, не знаю сильно Смита, но могу сказать точно, что если я его не знаю, его, наверное, многие не знают. И есть ли смысл организовывать поединок с Околи? Они оба с Англии. Я сейчас увидел заголовок там в Morgan Sun, там в Гарнер. Там. Анатолий не видел этого поединка. Эдди Хирн в отчаянии. Букмекеры рвут волосы, блядь. Анатолий не видел этого поединка, его не будет. Там, и следующее там. Найден выход. Толика Лично привезли в Лондон и показали Крис Белям Смита и его несколько поединков. Толик сказал, хрен с вами, поединок будет. Приблизительно так. Ну, лучше, чтобы Глумериана убрали, допустим, или сделали Смита с Глумерианом. Ну, просто он по другой версии. Потому что я больше вижу, допустим, Смит хотя бы постоянно выступает, там, а этот вообще нету. Он больше достоин быть чемпионом в этом весе. Нет, ну Глумериан таком... там вообще какая-то, блядь, дурилка непонятная. С 2018 года чувак, блядь. Даже, блядь, не вздрочнул в ринге. Вот. Ну, я считаю, допустим, Смит может его выиграть. И может выиграть этого, который регулярно... Там WBA уже постановило, что Галумерян WBA супер должен провести поединок с обыкновенным чемпионом рядом Мехти. И все, в общем, постановили. Да. Поэтому а там... он же подписан на RCC, да, Юра? А? Мехди этот же подписался на RCC. Нет. Он должен быть против вот этого вот девочки, вот этой, которая вот чемпионом, олимпийским чемпионом сделали. Тимощук или как его? Бля, я не помню. Тищенко. Он должен был драться с Тищенко, но Тищенко, блядь, последний город на него на земле, для него на земле, это Екатеринбург, блядь. А в Екатеринбург разбиваются волны Баренцева моря, блядь, ему, блядь, никуда больше ехать. То есть после начала вот войны, блядь, российскими, блядь, терками против ныньки Украины, блядь, вот Тищенко, блядь, стал, блядь, героем номер один Екатеринбурга. Блядь. Вот, поэтому, блядь, Мехди ему не боксировать, блядь.
Вот. Теперь единственное, что Тищенко может подрочить, глядя, как будут драться мяч Арсен Галумерян и Риат Мехди. Вот. И в каком раунде он кончит, блядь, вот в том, блядь, на тот надо и ставить ему, блядь, на победу того или иного. Ну, хрен с ним. А, Смит против Околя. Слушай, я тебе честно скажу, мне абсолютно пофиг вот крузервейт, поскольку там нету ничего такого интересного на сегодняшний момент, что я не считаю, что этот вот австралийский парень, даже имени его, слышишь, не помню, блядь, Апиная, блядь, типа, блядь, там что-то может сделать такого. Все крутится вокруг Лоуренса Околи и Лунги Макабу. Все. Вот эти вот, потому что у того WBC, а этот высокий, у него промоутер Эдихир. Вот и все. Поэтому, если будет поединок против Смита, я согласен, что поединок будет интересным. Потому что в последнем своем поединке Околи, блядь, показал, что он, блядь, идиот, блядь, конкретный. У него, блядь, если он идиот, да, знаешь, как говорится, Если еврей умен, то это как минимум Альберт Эйнштейн или на худой конец, блядь, Карл Маркс. Но если еврей глуп своей, блядь, проходимости, то Ванька дурачок по сравнению с ним академик. Блядь, там у Михаила Ломонова. Это не Шафутинский. Это Ефраим Севелло. Прелюдия к «Остановите самолет, я слезу». Вот. Но я тебе говорю, что Лоуренс Околи вот в своем крузервейте, ну вот против кого его не выставь, ну это не будет интересным поединок. Так, вот чисто для Британии, я думаю, что этот бой будет круче некуда, потому что два британца, а фанам, блядь, боксом, блядь, лишь бы пиво попить, блядь, морду кому-то набить и поорать там, боже, какую королеву. Вот и все. Песню красивую, вот эта атмосфера, это все это вот нормально. Вот это единственное, чем вот миру, в которой в миру, в котором заключена вся Англия, вот этот поединок интересен. Ну, давайте, в общем, перейдем к более как бы другим поединкам. Сергей Деревянченко против Джошуа Конли. Как обсуждать этот поединок? Я посмотрел, ну, несколько там фрагментов мне прислали. Брат на WhatsApp снимал это все, но, в общем, когда ему делали замечание, он выключал. Вот, я вам скажу честно. Сереже надо, по-моему, уже искать денежные поединки, потому что он превратился в Виктора Постова, только вот в средний весе. И это печально. Это фиаско, брат. Это печально. Вот. Анатолий, здесь я должен перехватить? Ну, я скажу так, что если человек, ну, боксер Сергей, который имеет колоссальный опыт любительский, уже хороший, профессиональный, имея поражение последнее от человека, которого, в принципе, он обязан был проходить с его амбициями чемпионскими, то этого он должен был просто сметать. Получилось опять вот это какое-то проблемная ситуация. Мы боксируем, да, мы выигрываем, знаете, это как вот мы ведем, но мы не, ну где бой, где вот то, что ради чего ты должен быть чемпионом? Вот что оно? Ты просто боксируешь, ты спарринг, это что? Ты мучаешься, ты не можешь найти лазейки, ты не можешь нокаутировать парня, который, в принципе, ну, обязан проходить, если у тебя после поединка с Головкиным, с этим, как, Джейкобсом, Джейкоб, с Чарло. То есть у тебя такой колоссальный опыт, который должен был бы как бы тебя либо, он должен был тебя как-то развить, да, таких ребят тяжело нокаутировать, согласен, ну, предыдущий соперник, ну, не получилось. Что-то пошло не так. Но тут ты должен был сделать какую-то работу над ошибками, домашнее задание, выйти и показать. А что мы увидели? Мы увидели то, что вы сказали, надо заканчивать. Ну, нет амбиций, ну, нету что искать, как по мне. Всем уважении, да. Классный боксер, очень хороший боксер, очень мне когда-то за ним следил еще по любителям, не по атаманам, но по этой версии ББС там и так далее. Да, они же тоже выступали за... Тоже и за Астану выступал, и за многие разные, как скажем, команды выступал, и очень успешно. И профи вроде бы ничего, но вот видно уже вот все. Вот изжил себя, либо его тренерский штаб, и его уже, наверное, физические, функциональные возможности, наверное, мне кажется, уже пришли к тому, что уже надо задуматься немножко о другом. Мне кажется, что Сергея еще и списывают, то есть никто не хочет им заниматься, по большому счету, да? Возможно, да. По остаточному принципу. А его поединки, вот последние, знаешь, это как
секс, да, там первый раз не получил, я устал, у меня много работы, нервы. Второй раз тоже, в общем, получилось, но как-то так с напрягом, блядь, там, знаешь. И на третий раз ты смотришь на синенькую таблетку Виагры, блядь, и думаешь, блядь, она должна помочь. То есть Сергей, наверное, так. Химичится, блядь, потому что, ну, тоже я не видел Деревянченко, он всегда как бы оказывался в нужном месте в нужное время. Здесь все затянуто, опять же, руки летят впереди, ноги чуть-чуть, в общем, такое впечатление, что у него с ногами настолько плохо, что он, знаешь, как за штанину иногда ногу подтягиваешь, знаешь, особенно когда в автобусе, блядь, до 10 человек набилось 20, блядь, и ты где-то в угол сел, блядь, знаешь, так, сидишь, блядь, на бронике, блядь, и, знаешь, так, так за штаны подергиваешь, чтобы как-то хоть ноги поставить вместе, чтобы удобно сидеть было. Вот так вот и Сергей. Ну, посмотрим, то есть... Я тут открою такой небольшой спойлер, анализирую этот поединок. Я сказал, что у Сергея есть шансы стать чемпионом, если после поединка, блядь, там Головкин убьет Альвареса, блядь, Чарло, блядь, попадет в какую-то аварию, блядь, а Андраде окажется во втором среднем весе, блядь, то у Сергея есть шанс завоевать повод по версии WBC, WBA и IBF, потому что в ВБО Алим Ханулы, блядь, которым Сергеем, блядь, просто не надо драться, потому что для Сергея это будет фиаско. Окей. Переходим к младшему брату Гэри Рассела. Гэри, Анатолий еще не сказал. Анатолий глубоко пофиг, блядь. Я, кстати, выставил этот бой полностью в группе. Что? Ты смотрел этот бой полностью в группе? Скинул. Я его выставил в группу. Я скинул его в группу. Весь бой. А когда ты его скинул? Вчера, мне кажется. Как посмотрел, так и скинул. А почему ты не написал? Я мучился. Так я его скинул, а я не забыл нам написать, наверное. Я его скинул. Толяныч, твоих пару слов тогда. Ты видел бой вот, полностью. Да, ты видел бой, когда просветил. Может, мы что-то неправильно. Да. Нет. Знаете, что я могу сказать по этому бою? Я посмотрел его полностью и даже два раза. Я один раз, когда ехал сюда Кинг, я смотрел в автобусе и уже здесь посмотрел еще раз. Знаете, что я могу сказать? Сергей мог проиграть даже этот бой, если бы не включил свои именно сильные стороны, то есть переломить, то есть физикой. Потому что по функционалке и по технике он немножко начинал ему уступать, да, вот сопернику. И знаете, вот он начал стареть, как именно, вот именно старость пришла. Он был топом, стал, потом был хорошим средняком, а сейчас стал средняком. Вот он выиграл боксера, который среднего уровня. То сейчас его можно назвать такого хорошего, на хорошем среднем уровне. То есть это не топовый уровень, чтобы быть чемпионом. Да, вот правильно, я с Юрием Стопросом, с Амиханулы, с ним выступать, это тот молодой, бьет как конь, которые там у них в степи Казахстана, Узбекистана бегают. То есть с ним это будет равносильный фиаско, будет, это будет нокаут. Это будет нокаут и даже, может быть, и до экватора. Сергей сейчас просто, ему нужно еще пару боев сделать там с такими средними уровнями, чтобы так вот выиграть, чтобы какие-то деньги себе накопить. И все, уже на большой уровень ему выходить уже никак нельзя. Потому что вес на самом деле, этот вес на самом деле сейчас не такой слабый. Здесь есть сильные боксеры. И как бы ему уже с ними не конкурировать. Но то, что у него есть этот запас, да, допустим, он подумал, он думающий боксер, он в бою подумал, что вот, не надо боксировать, давайте я... Он начал именно переламывать на силе. Вот это было видно очень, очень отчетливо. Он просто не мог гоняться уже. То есть у него не было сил гоняться за закон. Он должен был просто его прессинговать. У него получается неплохо. То есть с технической точки зрения, видишь, и Анатолий, я говорю, что с технической точки зрения, ну, мастерство не пропьешь. Но когда нет физики, когда ты легко сечешься, вот это немножко, в общем, как бы мешает тебе. Ну и опять же, то есть... Мы видим даже вот в поединке против Адамеса, когда он вроде бы вначале нормально, а потом в какой-то момент ноги вот выключились. И проседает. Окей. Ну, посмотрим, что Серега Деревянченко предложит нам дальше. Я надеюсь, что все-таки
Но в отличие от Виктора Постола, у него будет больше поединков, по крайней мере, вот на таком, знаешь, я уже сказал, что Деревянченко в программе, да, еще раз спойлер, что он перевалил в категорию, плавно перешел в категорию джернименов-гейткиперов. Вот, и, ну, посмотрим, что его дальше. Окей. Герри Антуан Рассел против Францеса Бартолеми. Толянович нафекал этот, сказал, что это галимый поединок, мяч его нефиг смотреть. Мяч. Я прав? Нет, что, мне понравился этот галимый. Вот поединок галимый. Чем более галимый поединок, тем он тебе больше нравится. Почему-то. Вот. Подожди. Толян, Анатолий, вот рассуди на спорт Толянычем. И он говорит, что мне бой понравился, блядь, что типа для Герри Рассела, блядь, это, блядь, большой шаг вперед, что он, блядь, как бы провел поединок великолепно, блядь. Я говорю, что, блядь, в этом поединке Рассел впервые, блядь, понял, что, блядь, он обосрался в настоящих мужских руках. Мне Рассел не понравился. А вот чем тебе не понравился? Смотрите, вот он как бы вначале не сильно потерялся, что как он весовой, когда потом дали таблицу, что он весит этого Тейлора и тому подобных, Лопеса и так далее, тому подобное. И посмотрел, как он боксирует. Если взять его брата Гарри, тот техничный левша, такой именно искушенный, действительно классный боксер, наученный. И Антуан больше поставлен на вот то, что я увидел. Тоже левша, но это именно такой силовик, который рассчитывает на то, что я дам справа, дам слева, и обязательно меня начнут бояться. А если еще раз попаду, то они обязательно должны упасть. А тут получилось, что чувак, при этом, что тоже он мог намного, мне кажется, тактически лучше выглядеть. Он немножко ввязался в эту игру Антуана, которую, мне кажется, не надо. Он выше, когда он начинал с дистанции делать и по раз так попал, что тот бедный Антуан с этими косичками, ну не двое с косичками, но у того свои, они так тряслись интересно. И он бедный, знаешь, на кого был Антуан похож своей прической? Не грози Южному центру, попивая кофе в Южном квартале. Да, хотел только сказать, вы меня опередили, да. У него вот эти штучки. Да, и вот он, так видно было, он был немножко шокирован, что когда он бьет, а ему в ответ отдают и отдают тоже очень больно, он был не готов. Очень скованный боксер, очень, если как по мне, он просчитанный. Вот выходит на него, я не беру даже Тейлора, я даже не беру, наверное, и Лопеса, потому что я думаю, Лопес его быстренько так же само приделает. Он читаемый, он зажимается, плюс-минус чувствует, что он вроде бы как на дистанции, но если его не бьют. И пытается выкинуть силовые удары, там, то ли сбоку, то ли через корпус зацепить. То есть это боксер силового характера, но при этом у него габариты не позволяют так сильно... ему надо все-таки быть хитрым, более подвижным, как брат. А он пытается делать силовой бокс при тех габаритах, которых у него нету, как мне кажется, в этом весе. То есть ребята все выше его. Они обучены, если грамотно его встречать, просто даже на джепе передвигаясь, можно создать ему очень много проблем. Не говоря о том, что уже можно встречать справа систематически, так как он левша и тому подобное. Мне Рассел не понравился, и нокаута я не увидел. То есть, мне кажется, там... Нокдаун был. Да, судья почему-то, мне кажется, что-то здесь не разобрался в ситуации. И я смотрел много раз повтор, но я не увидел, что... не реагировал на него, его вело, ничего не было. Он встал, он и шел, он полностью отвечал. Даже когда показали, что закончено, он адекватно реагировал. Это не было какое-то непонимание того, что происходит, просто машинально. Ну, вот так. Рассел мне не понравился. Я не вижу, что он сможет стать чемпионом в этом мире. Толяныч, парируй тезку. Ну, у каждого свое мнение, да. Я не говорю, что, допустим, он какой-то, но все равно он в этом весе, я считаю, что он проспект. Бой в бою, давай возьмем бой. Бартоломей и Антуан, да, два красивых имя испанских, как я еще говорил. Но что можно сказать? Бартоломей, он старый был. Если бы это был Бартоломей на пару лет назад, может быть, он и выиграл у Рассела сейчас, да, у Антуана. А так, это его ведут очень хорошо просто. Я не знаю, будет ли он чемпионом, да, или нет. Это покажет бой там с тем же самым, допустим, Теофимо Лопесом или там еще с кем-то там. Извини, а что это за боксерская организация, да или нет? А?
Ты просто сказал, будет ли он чемпионом, да или нет. Знаешь, звучит как новая боксерская организация. Да, да или нет, организация, да или нет. Но то, что его ведут, и через какое-то время он выйдет на титул, это точно. Вот увидите, он выйдет на титул. Выиграет или нет, я не знаю. Но его очень аккуратно ведут и очень хорошо его ведут. То есть, да, ему не дают каких-то мешков, но и тех, кто, допустим, его уровня или выше. То есть, на немножко ниже, чем он. Также ввели, допустим, того же этого... Хэнни также вели и других боксеров, допустим. И также его ведут. Очень правильно, очень хорошо. И он, я думаю, что он будет прогрессировать. Да, он сейчас, может быть, немного, как бы сказать, торопится. Может быть, да, как сказал тезка, он хочет, чтобы со третьего удара, второго, его соперник упал и начал двигать ногами там. Да, он немножко торопится. Но это все молодость, это все безопытность. Но то, что это все потом придет. Да, то есть я думал, это... самое главное, чтобы раньше не пришел удар, который, в общем, как бы, блядь, не дошел. Я тебе хочу сказать одну такую вещь. Согласитесь, нет, ваше мнение мне очень интересно. Вот ты говоришь, что он учится. Посмотри, он начал поединок с джеба по корпусу, с попытки донести левый в голову на сближении. И вот опять же, как говорит Анатолий, он был уверен настолько, что его левый, удар левый попадет, и он позволит, Бартоломи застынет на месте, и ему позволит обработать, то есть продолжил атаку, получив в ответ. Надо же как-то менять тактику, потому что здесь уже, то есть, хорошо, в первом раунде случайно. В конце первого раунда то, что он пропустил справа, ну, это случайно. Ну, с кем не бывает. Но когда, блядь, он во втором раунде пропускает, и в третьем раунде пропускает, здесь уже становится, знаешь, вопрос. Я вот сейчас это анонсирую, ребят, завтра я обещал рассказать о трех поединках Александра Усика против Артура Бетербиева, и я это сделал. И там будет фраза, которая вот сегодня я ее говорю. Да? То есть, если у тебя, блядь, в первом раунде ты получил в конце по голове, там, в конце раунда по голове, по второму, в третьем получил. Чего ж ты дальше продолжаешь делать одно и то же, блядь? Чего у тебя не включится, блядь, какая-то программа, что нужно, может быть, что-то делать по-другому? И вот понимаешь, вся ситуация, что то, что показал Бартоломи, что Гэри, блядь, Антуан, этот Рассел, мать его, ущербен и, в принципе, блядь, податлив, блядь, вот на сближении, когда он тебя бьет, нужно просто оттянуться назад и ударить перед собой справа. 100% попадает. Потому что Гэри вот летит головой вперед. Ты же поймешь, у него же руки постоянно опущены. Если бы он хотя бы их поднимал, там понятно, у него же было постоянно опущенные руки. Ну и опять же, то, что случилось в шестом раунде на этой 35-й секунде, меня вообще повергло в шок. Хорошо. Ну, рефери этот вот, рефери стоял тоже, значит, это был второй обосравшийся лебедь в ринге. Вот если Рассел первый, то рефери с таким лицом, типа, блядь, значит, на лице написано, блядь, что я сделал? Пиздец, меня теперь, блядь, лишат зарплаты. Меня такое больше... ощущение, что... Взял полотенце, вытер, блядь. Что-то, знаешь, так, блядь, это же, а я вытираю полотенце, видят, что я волнуюсь, блядь, значит, я потею, блядь, если я потею, блядь, я какую-то херню сморозил, блядь, нахуя я вообще подписался на этот поединок, блядь. Вот. Юрий, знаете, какое было ощущение, что Рассел, когда ехал на бой в такси, подобрал этого рефери, и когда они вышли вместе после этой ситуации, ему было неудобно перед Расселом, что как-то надо было отблагодарить человека. И он хорошо начинает будет понимать, что херню сделал, но вроде бы и человек хороший подвез. Не, на самом деле я считаю, что рефери должен был считать нокдаун, что он и сделал. Опять же, Бартоломи полностью адекватно реагировал на это все. Блядь. То есть ты говоришь, дай мне варежки. Блядь. Если боксер вот не, там, не вкладывает варежки тебе в руки, блядь, значит понятно, все, у него какие-то проблемы, и ты уже начинаешь, ты тебе посмотри на меня, там, знаешь, там, а какой раунд, там задаешь вопросы. Здесь положили варежки в руки, тот вытер. Он, блядь, вообще спокоен был, да. Да, отдал варежки, потом, знаешь, такое впечатление, блядь. Ну да, он же меня на такси подвез. Надо отблагодарить человека, да. В этом случае, да, ситуация очень такая противоречивая. С одной стороны, надо заботиться о здоровье боксера, блядь. Но и с другой стороны, ты смотри на поединок, то есть Бартоломи, я считаю, как бы сохранял шанс, блядь, просто даже закрыть. Равный бой, да, плюс-минус. Плюс-минус. Поэтому дает продолжение. Что?
Сколько раундов дали Бартоломею? А? Ни одного раунда. У меня он выиграл два раунда. Два раунда, у меня тоже два раунда он выиграл. Там было 46, 47, 49, 47, по-моему. Ну, нет, я Бартоломей, я отдал после третьего раунда, вот четвертый и пятый, я отдал Бартоломей. Да. Потому что здесь, здесь уже у Гэри, блядь, включился предохранитель, блядь, и он начал уже, знаешь, так вот, там видно было, что он вроде бы и хочет броситься вперед, блядь. И, ну, уже опасается. Сложно, блядь, да. Вот, поэтому здесь рефери должен, в общем, понимая, что существует опасность нокаута, пускай даже тяжелого нокаута, дать поединку продолжиться и быть возле боксеров, то есть следить внимательно за Ранцесом Бартоломи. Если он пропускает удар и начинает там плыть, там руки у него расползаются, тут же вклиниться, остановить и сказать: все, парни, пока. Вот. Согласен, согласен. Но мне кажется, что вот для этого рефери вот это был первый опыт секса в машине. Не, вот. Ну я вам сказал изначально, что здесь ведут в этой организации, на этой платформе афроамериканцев ведут. И поэтому Бартоломей это купил. Ну, Толяныч, если уже его ведут благодаря рефери... Это плохо. Да. Это уже очень плохо. Нет, так же, как и Тоска, я также дал четвертый и пятый. Потому что вот четвертый и пятый выигрывает, шестой, я не знаю там, что было бы дальше, вдруг выиграл бы и шестой. И было бы 3-3, и дальше кто знает, что было бы. Нет, шестой бы не выиграл, потому что был нокдаун. Бы не выиграл, потому что был нокдаун. Да, 10-8. Шестой бы не выиграл, да. Но все равно это могло Бартоломи тоже как-то взбудоражить по-своему. Он где-то тоже больше, потому что он, его недостаток немножко чересчур разбалансированный, ну, не собранный, так скажем. Он постоянно, вот как-то вот так у него руки летали. Немножко, если может, это бы его собрало, он более точно начал бы работать, точечно, скажем так. И, возможно, это бы... Мы, понимаешь, мы говорим сейчас о том, что, в общем, как бы можно... Да, рассусолить. Ладно, хрен с ним. Было бы здорово, если бы между ними был матч-реванш, и мне кажется, что в реванше Гэри Антуан Рассел сработал куда получше. Парень лучше, да. Вот, ну посмотрим. Адам Ковнацкий. Ну с кем дальше? Адам Ковнацкий, блядь. После взвешивания сказал: Алия Рэндом Ирзен, худшая версия меня самого. Блядь, как худшая версия тебя самого могла победить лучшую версию тебя самого, блядь. Вот это вот я не понимаю. Можно похудеть. Можно, блядь, ну не знаю, там бегать 15 километров, блядь, зажав нос, блядь, и вставив трубку, блядь, от этого подводного плавания в жопу, блядь. Можно как угодно. Но как ты можешь стать лучше, если, блядь, по своей интеллекту боксерскому ты не убийца с лицом ребенком, блядь, а идиот, блядь, с мозгом ребенком. Блядь, я смотрел этот бой, блядь, я ж думал, ну хорошо, ну вот так вот. Не надо делать вот так вот. Надо делать вот так вот. Уклончик. Ручки подыми хотя бы руки подыми. Нет, Адам Ковнацкий до сих пор уверен, блядь. То есть такое впечатление, что вот два эпизода с Робертом Хелениусом у него как-то вылетели из головы. Вот просто по факту. Это просто был пиздец. Хотя я дал... Вы знаете... Зато мы были правы. Зато мы, Юрий, были правы. Он без будущего. Просто вот у него то, что вот мы говорили, что большая проблема в защите. Вот человек идет, нанося вроде бы неплохо комбинацию какую-то проводит, но при этом полностью забывает о том, что после того, как ты ударил, как минимум, надо хотя бы голову опустить и руки хотя бы поднять. Это минимум. Я уже не говорю о такой тяжелой технике, как уклон, или там какой-то нырок, или быстрое с ногами уйти в сторону, куда сместиться. Я уже даже за это не говорю. Просто вот чувак вроде бы бьет все здорово, этот принимает, несмотря даже куда, раз-два в голову, голова назад. Ну, елки-палки, ну как так? Ну, ты же профессиональный боксер, ты же не знаю. Ну, вот видите, что, наверное, у него есть, то есть. Поменять не поменяли. Тренер ему вроде говорил, больше джепа. Ну, а защита где? Где защита? Вообще ее нету просто.
Он вроде где-то пытается эпизодами вспоминать, что она у него вроде бы как есть. И эпизодично там один-два удара вроде даже защищает, и там подставкой какой-то, и какой-то там прикрывает ту голову. Но потом включается в свою атаку, и я забыл. Но проблема в том, что когда это делал Артур Агати, это было совсем по-другому, и он умел защищаться. А тут это же вообще, ну, не знаю. Без это будущего. Агати, вот это определение. Это был лев. Это был лев. Да, я вот это да, ушлепок. Нет. Да, Гатти это был лев, это ну, совсем другая порода. А вот Толяны читал характеристику на прошлом зуме «Человек без будущего». Вот это его новое должно быть прозвище, когда он выходит в ринг. Ковнацкий и там ты-ты-ты, человек без будущего. Все, ну реально, ну как бы мы не хотели его... У него должно быть прозвище, если он еще раз выйдет в ринг, ушлепал. Вот ушлепали, блядь, просто ушлепали. А еще лучше просто шлепок. Один без пары, шлепок уже. Да. Отшлепай, отшлепок, отшлеп, потому что его надо отшлепать. То есть, я, блядь, если честно, я был очень разочарован. Почему? Потому что ну, жизнь должна чему-то учить. Ну хорошо, тренер, у тренера не получается. У этого вот, не знаю, у менеджера, блядь, не получается научить. Вот, ну, блядь, ну хотя бы жизнь должна же научить чему-то. Она ничему не учит. Этот Али бедный Демирезен, когда, блядь, объявили его, блядь, то есть, блядь, такой офигевший стоит, ну нифига себе. Я еще и выиграл. Да, я еще и выиграл, блядь, да еще и как выиграл. Я скажу вам, что я вспомнил этого Али Демирезена, я видел какой-то его поединок один или два. Он действительно такой хороший среднячок, и благодаря такой победе у него еще появился шанс немножко заработать больше денег, выйти на какой-то там то ли проспект, то ли даже если это не проспект, но такой более, скажем, боксер, опять же, как Ковнацкий с именем, то есть где можно за это заплатить деньги. И он не, ну, как бы для своего уровня он достаточно неплох. То есть мы как бы понимаем, да, вот это боксер среднего уровня. Это не звезда, это не топ, это не около топа, ну, это человек, так, который это может... хорошо обученный Тревор Брайан. Совершенно верно, да. Вот даже с тем же Тревором Брайаном было бы интересно его посмотреть. Я думаю, что там тоже бы получился хороший поединок на уровне вот этого среднячка, скажем так. Рен, это тоже Рен, такой... да, несмотря на то, что, в общем, как бы мало знают его. Ну, это чисто типичный немецкий боксер, таких было Шамиль Стен там и много-много других. Этот же был, помните, покойный, что умер, как его, он боксировал очень много, как же его, он умер, что у него с печенью случилось. Тоже турок, который боксировал Universal, по-моему, и в на американском ринге он выступал. Блин, сейчас я, будем говорить, я вспомню, может быть. Такой он был известный и очень... Вот в таком стиле, скажем так, боксер средний, который проверял тех же проспектов, который где-то около топов был, но не был никогда таким чемпион Европы, по-моему, максимум он был. Ты имеешь в виду Синал Шамиль Сэм? Совершенно верно. Вот вы правильно вспомнили. Помните его? Ну, так вот что-то похожее. Не, он хороший... был работяга, я тебе скажу, что во времена, там, когда братья Кличко были в Универсум, да. Я приходил туда рано. Почему? Потому что, в общем, как бы братья на машине меня не катали, и, знаешь, как бы проснулся в 6 часов, в 7 часов уже начало тренировки, а в готеле, где братья меня поселили, завтрака не было, но в Универсуме был кофе и плюшки были, бутерброды, поэтому я туда приходил раньше всех, потому что, блядь, братья Кличко там не ели, блядь, вот, а всем остальным надо держать вес. Когда мне упрекнули, что я съедаю все, я говорю, блядь, пацаны, вам надо держать вес. Вот. А мне надо кушать. Да, мне надо думать. Да. Так, окей. Дэнни Гарсия, блядь, Хосе Бенавидес. Скажите, пожалуйста, кто верит, блядь, в эту идиотскую, блядь, судью, блядь, которая, кстати, вот это вот Раланда дала, блядь, Хорну, помните, в поединке против Мэнни Пакьяо 117-111. Блядь. Я покопался... Она, блядь, всегда чудила. Я не знаю, она постоянно чудит, у нее какие-то счета неимоверные. Вот. Кто верит в то, что поединок закончился 114-114? Нет, конечно. Там все в одну калитку. Все в одну калитку. Там 2-3 раунда. Можно и то за пассивность даже отдать, а не за... Ну, там 2 раунда там... я отдал Хосе Бенавидесу. Там... Ну, 2. Да, Дэнни просто брал паузы, блядь, паузы. Брал паузы. Это был, по-моему, 9-10 или что-то такое в этом. Я уже так, ну, можно ли назвать больше... его возвращение одним из ярчайших возвращений вот последних 5 лет?
Нет. Кто тогда вернулся лучше? А, блин. Не знаю, кто лучше. Не знаю. Кто. Не в том дело, просто соперник не тот. Если бы соперник был более звездный, Бенавидес это... Подожди. Ну что, Бенавидес плохой соперник? Я считаю, что парень злой. Отмахал руками, что ветряная мельница. То есть, если бы он попал, если бы не качество бокса Гарсии, да, в общем, бедный Гарсия был. Потому что если бы он чуть-чуть запоздал со стяжкой, либо с этим вот нырком, там бы прилетело и прилетело качественно. То есть чувак, отработал одной рукой на ногах, иногда, в общем, добавлял левой. То есть это был просто D-класс полный Хосе Бенавидеса. Но при этом Бенавидес, да, он не звезда, но, все-таки он красавчик. И еще, смотри, Гарсия поднялся на категорию выше, да, то есть он начинал в полусредней, потом полусредней, и там становился чемпионом, и тут уже. Когда я увидел его напротив, ну, взвешивание я не смотрел, к сожалению, не было возможности, и я сразу как бы увидел поединки, я бы, ну, знаешь, как первый мелковат Гарсия для первого среднего веса. Да, он такой, как когда-то Пакьяо выглядел так же со своими соперниками. Чуть-чуть вроде бы сложен хорошо, а по факту видно, что скелет поменьше, длина рук, ну все полностью. Я считаю, я не знаю, как 5 лет, не готов сказать, но то, что за последние там каких-то года 2-3, это точно очень четкое возвращение. При том, что если мы с вами отмечали, что ну, там ни в соцсетях, нигде о нем не было слышно, как о боксере, только как и его каких-то там брендах, его какой-то жизни красивой и так далее. То есть как бокса мы не видели. Тут парень выходит и достаточно очень здорово ведет поединок. То есть, во-первых, он его ведет, это что немаловажно. Он чувствует хорошая скорость. Есть какие-то моменты, на которые я обратил внимание, но в целом он полностью показал классный поединок. Не знаю, конечно, что дальше с ним. Ну, или выведут его сразу на Чарло. Я думаю, что все-таки рановато. Если такая перспектива есть, как мы об этом не, все смотри, говорили. Если в январе, извините, я перебью, в январе, там, в конце января, 26 числа, по-моему, либо какого-то там бой Чарло-Дзю, то промежуточного поединка, ну, в принципе, может быть Чарло. Но мне кажется... Может быть, знаете, какой был? Я извиню, что перебиваю. Вот у меня да, просто, да. Как вы сказали, наклевалось сразу. Вот есть Тим Дзю, Джермел Чарло, а второй поединок по важности мог бы быть Кастания Гарсия. Это был бы, конечно, хит. И вот победители пары встречаются с собой. Ну, как бы такое любят делать на мне кажется, американцев там вообще. Быть американец, потому что Кастанья после проигрыша Чарло, мне кажется, не интересен. Думаете, уже быть... не... Да, там должен... кто там у них еще есть такой? Я вот что-то забылся. Там много кто есть. Ну, например, Толяныч, давай ты нас уже... Меня как минимум точно. Возвращение, давай, Рэй Варгас, он вернулся лучше, потому что стал чемпионом. Вот я только что вспомнил. Рэй Варгас. В Элтервейте? Да нет, он лег на... Да, который выиграл филиппинца. Но он стал чемпионом. Его возвращение значительнее, чем Гарсии. Он сразу за титул. Он тоже поднялся в весе и сразу за титул с Максаем. Ну, согласен. Но я как бы... Ну да, согласен. То есть как бы... Он, это знаете, Ляныч, он, конечно. Там чемпион, там был титульный бой. Да, да. Ну, я поэтому, ну, вообще, по факту, если взять эти весовые категории, то возвращение Гарсии очень такое эффектное. Даже тот же Кит Турман, который возвращался после долгой паузы, ну, не выглядел так, скажем, ну, смотрите, эффектно. Если брать, да, Тони Харрисон. А вот, кстати, вот Тони Харрисон. Краил Мадрид, Мишель Саро, там будет третий поединок. Бахрам Муртазалиев. Лиам Смит. Опять же, как же вы... А этого вы забыли с... Эрикстон Любим? Нет, ну Люблин... этого... Фундора. Фундора это же... второй средний вес. Подождите, писали... А это первый средний вес. Это 69. Фундора 69. Фундора.
Фондора Двухметрова, 69. Потому что в этом поединке, когда я смотрел, что вы скидывали, там же как раз между раундами было типа десятка по рейтингу. И там был Фондора первый. Гарсия, получается, Кастанья был первый, Кастанья первый. Кастанья первый, Фундора второй. Любин вообще где-то был, Харрисон тоже где-то 6-7, вот где-то вот. И Мадримов, Мадримов? Мадримов в Сароне может разобраться, куда ему дальше? Они Себастьян Фундора по версии WBC, он этот вот чемпион. А тут же, подождите, Чарло же Абсолют, поэтому Фундора по версии WBC. Да, то поэтому Фундора по WBC может быть и первый, или второй, там, не знаю. Ну, то есть он есть. Ну, да, Фундора, да, согласен. Посмотреть на Дани Гарсию против этого. Это вообще было бы, конечно, но Гарсия слишком мелкий, как по мне. Не в том плане, что он, конечно, на две головы, наверное, выше и поопытнее, но, блин, как с таким чувачком аватаром справляться, Курбан, я не знаю. Курбанов было бы интересно, они оба мелкие. Вот с Курбановым было бы интересно. А вот Курбанова, никто не хочет в Америке смотреть. Курбанов там за поребрикой ходит в лаптях, и этого боя не будет. Понимаете? Было бы интересно. Я думаю, что Дэнни Гарсия, как и Смит, готов приехать за крупную сумму, только мне кажется, Дэнни Гарсия, проигрывать не будет. А так, как Тесьера, да? Я думаю, что Гарсия, что-то у меня такое ощущение, что он точно бы туда не захотел ехать, где воруют такие, как этот Линарес и всех остальных этими сетями затягивают. Да. Сема, вы дадите мне за $100 в жопу, Нет, конечно, за $100, а 1000. Принесите табуретку. То есть, ладно, мы, конечно же, размечтались там Курбанов. Кто такой Курбанов, блядь? Я думаю, что... А нет, а он там не всплывет. Упоминание его имени, Дэнни Гарсия, блядь, там, может подумать, что, блядь, речь идет о чуваке, который, блядь, или машину должен заправить, либо ее помыть, блядь. Понимаешь, никак боксировать с ним. Он спросит, папа, кто это? Это наш новый садовник. Папа может, мама может, все что угодно. Нет, у Гарсии есть варианты красивые, хорошие, я думаю, что, скорее всего, логично, думаю, что промоутеры тоже такой вариант рассматривают, как вы правильно говорите, что Ким Дзю, допустим, Чарло, и должен быть вот этот поединок как второй по значимости, который будет определять нового претендента, на победителя. Что еще до Нового года, то есть вот в пределах, там, может быть, 2 месяцев, если это, знаешь, Дэнни Гарсия как бы серьезно возвращается, вот ему нужен Тони Харрисон, то есть Себастьян Фундора иначе не нужен. Вот Бахрам Мусазалиев будет боксировать в эту субботу на воскресенье, там проходной поединок. То есть он еще Израил Мадримов. Я думаю, что Эдди Хирн будет держать и Бахрама, и Израила подальше от Дэнни Гарсии. А вот Тони Харрисон как раз шоу-тайм. Убеленный сединами чувак, который с регалиями и, опять же, у которого за плечами история. Вот как раз у Дэнни Гарсия с Тони Харрисоном бы побился, а потом, Толяныч, а потом вот в январе в андеркарте там Чарло побеждает Тим Дзю стоит в углу, блюет, там мотает головой, ему очень плохо, ему боятся подойти, потому что весь обоссан, обрыган, думают, сука, как его из ринга вынести, на носилках, либо, за ноги, вот. И тут, в общем, как бы толпа, охранников перекрывает этот угол, вот, в блестящей рубашке своей входит, Дэнни Гарсия, потный Чарло, весь в поясах, говорит, брателло, говорит, ты, там что-то пиздел, тот говорит, слушай, если ты побил, какого-то сморчка, то ты не знаешь, что ты можешь меня побить, ты ответь за базар, да я ответь за базар. А говорит, ты что, видел, как я кого победил, да кого ты победил, да вон того победил, видишь, в углу блюющий, обоссанный, блядь. А тут Дэнни Гарсия подходит посрачник, такой, этого, что ли, блядь, Чарло подходит посрачник, этого, блядь, вот, посрачниками они его выкидывают из ринга, обнимаются, блядь, поскольку была одержана победа еще над одним российским, фейком, который, вторая армия, в мире, охуезный боксер в первом тяжелом весе, в первом, среднем весе Ким Дзю, и они идут бухать, вот, в общем, выписывает чек на Байрактар, а второй на Хаммер. Вот и все.
Вот так вот и закончится вот эта вот история. И в марте, нет, подожди, январь, февраль, февральные переговоры. Март, первый месяц, март, апрель, май. Да, апрель. Вот, да. Апрель, май. Вот на 9 мая, блядь, они дружно, блядь, ссут на флаг победы, блядь, и, блядь, проводят поединок. По-моему, как раз супер. Не, на 8 мая. На 8 мая они проводят поединок, поднимая флаг Америки, блядь, и Британии как победительниц, блядь, а вот 9 мая, блядь, по новому стилю, блядь, они ссут на этот флаг победы, блядь, вытирают об него ноги, блядь, и напивая, блядь, напивая, а мы ту колыну піднімемо, блядь, идут бухать дальше. Такой сценарий уже написан на них. Коляныч, о чем вы говорите? Не, я задумался о Бенавидесе. Бенавидес же был ранен в две ноги. Он же, у него были два огнестрельных ранения. Ему доктора говорили, что он не будет ходить. А видите, он и боксирует. Вот видишь, вот, вот именно... какая медицина в Штатах. Человеку два раза в голову выстрелили, а он еще и боксирует. Да, не, ему в ноги быстрее. В ноги, он ему сказал, что он не будет ходить. Ну, значит, вот он боксирует. Надо было за проституток платить сразу. А не потом, я брат, не знаю, приедет, он... отдаст. Сейчас младший братишка приедет, он привезет деньги. Младший, младший, потому что это старший вроде. Да, я про Дэвида. Типа, да, да, блядь, да. А Дэвид пришел, блядь, типа, пацаны, там, блядь, что за херня, блядь, что на моего старшего брата наезжает, да вы знаете, кто я такой, а чуваки вообще бокс не смотрели. Поэтому, блядь, Бенавидеса младшего просто навалили ему, блядь, вот, забрали пояс. Вы думаете, что Дэвид Бенавидес потерял пояс, потому что курил? Нет, это он придумал. Ему наваляли, забрали пояс, блядь. Сулейман спрашивает, где пояс? Тот говорит, блядь, слушай, ну я курнул, блядь. Ах, ты курил? Мы тебя лишаем пояса. Тут слава тебе, Господи, избежал позора. Ну, обратно, блядь, ноги. Я хочу сказать по этому бою, вот что могу сказать по этому бою Гарсия. Гарсия выглядел очень хорошо, но есть одно но. Не хватает здесь ему мощи. В этом весе не хватает мощи. Комбинаторика, все есть. Я не ожидал такого даже хорошего возвращения от него. Но очень сильно заметно, что даже тот же Бенавидес, который среднего уровня, имеет удар помощнее, чем у Гарсии. Поэтому... Слушай, ну, удар помощнее, да, но этот ударом еще попасть надо. Кстати, Гарсия прекрасно понимал, что он как бы по мощи, там, да, по разрушительности, он, ну, слабенько, все это слабенько у него. Поэтому он и не стремился. Для него самое главное было носовать. Но зато как качественно он совал, и правый, прям, и джеб, и левый, да, да, Анатолий. Я вот хотел заметить, что вот тоже обратил внимание вначале, но увидел по ходу поединка, что, наверное, задача была поставлена его штабом на то, чтобы даже не пытаться влаживаться, для того, чтобы не застаиваться, не пропустить в такой тягомоте никогда более крупный соперник. Да, да, да. Задача быстренько отработать корпус голова, сместиться, не дать попасть или максимум защититься. Потому что они тоже понимают, два года они не боксировали, новая весовая категория, надо было... как говорится, пристреляться здесь. Я думаю, что они сами почувствовали, как он, ну, он для себя почувствовал, как он пропускает, как он держит, какая мощь. Увидел, что он может, какие у него плюсы, на чем надо поработать. Потому что заметил, было чувство чуть-чуть, когда он хорошо заходил через корпус, и вот коронный левый боковой, он часто, если вы заметили, ну, и шел мимо, так же самое, как правый, чуть-чуть не хватало. То ли вот этой самой дистанции за счет роста, да, полшага, то ли... полшага. Да, полушага. То есть это тоже момент, который они должны проработать. И это вот потому и не было задачи на влаживание удара. Потому что если бы он вот этими мазками бы влаживался, он не успевал бы уходить. И тут бы у Бенавидеса получался бы большой шанс донести максимальный урон Гарсии. И могло привести к каким-то даже таким неприятным ситуациям и даже фатальным. Потому что если бы Гарсия попал... по промахнувшимся боксеру, который не видит удара, это мог быть и нокаут. Нет, Бенавидес. Как... немножко... Бенавидес, да-да, Бенавидес по Гарсии. Поэтому я думаю, вот эти моменты, которые где-то вот этот полушаг, вот это, и эта легкость должна была для того, чтобы понять, что мы здесь стоим, что мы можем здесь сделать. И соперник был подобран грамотно. Это не звезда, но это и не лох. Это чувак, который, в принципе, достаточно неплохо боксирует и может ударить. С характером, то есть я думаю, что
в следующем бою, если не будут затягивать с рамками, то Гарсия должен быть еще лучше. Хотелось бы, по крайней мере, в это верить. Да, ему мы говорили, отдыхался. Да, мы говорили о том, что, помните, что Гарсии не будет так тяжело вернуться, так как он боксер не истраченный. У него не было за карьеру таких поединков, где его потрепало, скажем так. То есть, в принципе, даже те поединки, которые он проиграл, они были, ну, допустимые. Это не было тяжелых боев, где он выходил окровавленный, с языком до колена, не мог дышать, маску и так далее. То есть он выходил, в принципе, всегда целенький. Поэтому тело его и рефлексы еще в очень хорошем состоянии. Я думаю, что он еще может как минимум побороться здесь, заработать денег. Не знаю, как насчет чемпионства, но второй поединок покажет его амбиции реальные. То есть это была только разведка. Ну, ржавчину он сбросил, показал, что в очень хорошем состоянии. Так что да, следующий соперник, нас интересует следующий соперник, когда бой, потому что да, сейчас он не сильно-то и устал, травм он не получил, поэтому он может месячишку отдохнуть, то есть получается вот до конца августа отдохнуть и уже в сентябре приступить к тренировкам, чтобы ну, где-то вот в ноябре уже снова выйти в ринг. Да, потом уже к весне, как мы говорили, выходить на какой-то мегафайт. Я думаю, с этим будет боксер, с Треттом, Я думаю, что самый актуальный, потому что у Харрисона, если вы, ну, вы скидывали видео, у него брали как раз интервью между раундами и показывали его несколько раз телережиссеры, поэтому я думаю, это где-то какой-то уже есть сигнал, потому что Харрисон дадут шанс оспорить с Гарсией, шанс побороться потом за титул. Там или еще Бенавидес давал интервью. И два рэпера давали интервью. И НБА давали интервью. Не, ну этого Харрисона показывали показывали неоднократно. Я думаю, что акцент бился именно на то, что это одна весовая категория. Бенавидес, понятно, это брат его младший, там и Фултон, и то, но понятно, это всегда показано. Но именно почему-то, вот вы правильно тогда первый заметили, что, скорее всего, что с Харрисом. Фундор вряд ли выпустят. Фундоре найдут еще опять какую-то очередную жертву, чтобы Фундори еще больше раскрутить его. Да, раскрутить еще больше его, и уже тогда, наверное, как-то его сведут к чемпионскому бою. Потому что, я думаю, его тоже ведут в эту стихию, раз такая вокруг него, вернее, вокруг него такой ажиотаж периодически, когда у него поединки. Ясно, други мои. Спасибо большое, что нашли время. Я считаю, что сегодня у нас получился замечательный стрим. И вот заметьте, не было Ярика и Ярослава, и стрим получился. Ярослав передает всем привет, Ярик тоже, они, к сожалению, не успели. Вот, поэтому, ребят, благодарю, берегите себя и, возможно, увидимся в среду. Я постараюсь все сделать, чтобы выйти в эфир, главное, чтобы интернет был. Засим обнимаю вас. А там у нас Virgil Ortiz, поскольку Джейк Пол не будет, Рахман слетел из-за веса, то Ortiz против МакКинсли. Я считаю, что даже обсуждать этого не будет. Virgil Ortiz просто тупо забьет этого британца, изнасилует его в ринге. Бактемир Микузиев победит. И это вот Мо Харрис, который будет возвращаться после проигрыша Вилджеру Отису, тоже победит. Ну, в общем, в среду постараемся об этом поговорить. Засим, обнимаю вас. Всего доброго. Пока. Спасибо. Пока. Все взаимно.